На 42% подорожал основной набор продуктов в Красногорском районе за полгода. Таковы итоги мониторинга потребительских цен с августа по февраль. Цифры сегодня прозвучали на заседании рабочей группы по социально-экономическим вопросам в администрации. По словам начальника отдела потребрынка Сергея Гусева, максимальный скачок цен произошел уже в этом году. Только в январе цифры на ценниках магазинов выросли в среднем на 26%. Подорожали хлеб, масло, крупа, сахар, мясо всех видов, рыба, яйца и молоко. В профильном отделе администрации пристально следят за ценами в магазинах. В случае недельного роста больше, чем на 5%, торговые точки проверят. За последние 7 дней, как сообщают чиновники, ситуация с ценами пришла в равновесие. Крупные сети заморозили ценники. Если взять у нас магазины федеральных сетей, вот у меня все здесь в зеленом цвете. Цены за неделю в магазинах федеральных сетей, я их обозначил на нашей территории, «Пятерочка», «Дикси» и «Магнит», не изменились, все зеленое, ни одной цены не поменялось. То есть они закупились, и вот все имеется на прежнем уровне по сравнению с предыдущей неделей. В магазинах локальных сетей, помните, «Кроссмаркет», «Ковчег» и «Люкс», значит, здесь ситуация похуже. Здесь есть определенное повышение цен.